И всем привет, с вами снова Бивис, и это 15-я серия по Minecraft Sky Factory 3 от Feed the Beast. В прошлой серии, как вы помните, я дважды сдох. Первый раз у меня кончился джетпак, второй раз я просто провалился. Между серией я провалился еще раз, и теперь у меня два джетпака. Да, ребят, у меня два джетпака. Мне пришлось сделать еще один просто, чтобы вернуть тот. Охерительное путешествие, хочу вам сказать. Но зато я набил 12 блазродов. Да-да, я это сделал. Так, 3-2. Так, это лучше. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Здесь почему-то пропал звук джетпак, наверное, из-за того, что я звук убавил. Так, это убираем, это убираем. Это убираем. Надо будет выкинуть. Это убрать, это убрать, это убрать, это убрать, это убрать. Так, новую броню, кстати, надо одеть. Та броня у меня почти вся сломалась. Так, это убираем. Это убираем, это убираем, это убираем. Мы, наверное, выкинем. Тоже выкинем. Ну, это пускай пока останется. Вот это тоже выкинем. Так. 2-2-3, 3-3-2. Неплохо, неплохо. Чем 3-3-2. 3-3-2. Давайте. Это у нас кто? Лок Чикен. Давайте вот эту возьмем. Вырастим эту. Можно, в принципе, сразу этих вырастить. Давайте посмотрим. Набралось ли у меня пшенички за это время. Вряд ли хватит. Вряд ли, ребят. Очень вряд ли. Так, верстак у меня теперь здесь есть. Хотя нет. Должно хватить. Да, хватает. Отлично. Значит, вот это и вот это. Замечательно. Так, чем бы заняться в этой серии? В этой серии. Давайте мы сначала в этой серии сломаем кактус. Ай. И я думаю, стоит заняться созданием наигромаднейшего сундука. Но пока, наверное, деревянного. 16 на 16. Представляете, да? Это нужно огромное количество вот этих вот штук. Нам нужно очень много дерева. Очень много дерева, в общем, нам нужно. Так, давайте что-то выгрузим. Вот это выгрузим, вот это выгрузим. А, эндерчест я хотел сделать. Эндерчесты. Но пока, наверное, подождем с этим. Не будем их пока делать. Пока я хочу заняться огромным сундуком. Так сказать, мы перенесем, в конце концов, нашу базу. Посмотрим, сколько на это нужно будет дерева. Так.
Ну, собственно, все. И у нас получается 3 с лишним стака. Но я думаю, нам этого не хватит. Нам этого определенно не хватит. Так, у нас вылупилась первая курочка. 3-3-3. Давайте возьмем семечку, побыстрее ее вырастим. Также нам надо Animal Net еще взять один. Поэтому я хочу все быстрее перенести. Чтобы туда-сюда по 100 раз не летать. Сейчас мы поможем ей вырасти. Так. Отлично. Хорошо, она подросла. И давайте скрестим ее с другой деревянной. Три, 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 один, один, один. Что у нас получится из этого? Три, четыре, три. Отлично. Ненавижу этот эффект. Давайте до 3 минут, наверное, докормим. Ну, вот так вот, отлично. И мы пойдем. Что-то мы делали. Да, мы шли строить наш огромный сундук. Так, давайте примерно набьем, где у нас центр вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, раз, два, три, четыре, пять. То есть вот этот центр у нас. Топор я выкинул, наверное. Печально. Чтобы он был примерно по центру. Раз, два, три, четыре, пять. Центр получается у нас, значит, вот, в принципе. Если я все правильно посчитал. Если я все правильно посчитал. Так, значит, 16. 2 есть. 16 на 2 это 8. Значит, 7 сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Нам даже на низ, наверное, не хватит. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просто зацените, какой будет сундук, да? Еще мне вот этот вот чанг слизни мешает. Это нехорошо. Можно, в принципе, поднять на пьедестал, как бы, наш сундук. Чтобы он был выше. А, пускай. У нас, по-моему, не заденет он. Так, и достраиваем здесь, значит. Факел куда туда поставить. Отлично. Да, дерево нам надо будет просто огромное количество. Нереально огромное. Все-таки придется идти за топором. Топорик все-таки взять придется. Так, что у нас тут с цыплятами? Давайте посмотрим. Так, отлично, вылупилось кварцевые. Так, все вылупились. Давайте возьмем еще семян. Сразу их вырастим. Хочу получить сразу по 10-10-10. Попробовать. 3-3-2. 3-4-3, 3-3-3. Как-то тут мелкая нам не нужна. Сколько у нее дамага, мне интересно. 4-94, а у топора 9. Значит, забьем эту цыпленку топором. Вот так. Так, этих надо вырастить. Так, и эту. Вот этих скрестить. 5-4-4. Вот этот курс у нас уходит. 3-3-2. 3-2-3. Так, ну это опять расти надо. Четыре, так, 3-3-2. Вот эта курица уходит у нас. Отлично. С курицей мы разобрались, топор мы взяли. И давайте продолжим. Да, это серьезный проект у нас получится. Просто 16 на 16. Я не знаю вообще. Наверное, если построить такой сундук, а его еще можно сделать алмазным, то есть алмазный построить такой, то я не знаю, тут в принципе неограниченное количество ресурсов сюда влезть. Сюда влезть, то вот реально просто все. То есть вот у меня было 3 стака
с лишним. И это ушло просто вот, чтобы сделать днище сундука. А нам его еще надо в высоту. Ну и затеял я, ну и затеял. Нам надо очень много дерева. Ну, очень много. В принципе, можно распилить вот этот сундук. Но, во-первых, там мало. А во-вторых, толку от этого особо нету. Яйца нам больше не нужны. Мы их утилизируем. Тоже нам не надо. Зато дерево поднабрали. Мало, правда. Да, в принципе, можно самому пока поворачивать. Ух ты. Вот какая-то броня. А, из дракониума. Вот это я наткнулся. Мне вот интересно, кстати, вот эту броню можно сделать. Если ее сделать, то мы сможем просто летать. Но ее, чтобы сделать, нужно очень много ресов. Можно, в принципе, попробовать. Но давайте, наверное, отложим это до следующей серии. А пока, наверное, займемся выращиванием деревьев. Или давайте я, наверное, все-таки пропущу этот момент. Да. Чтобы не затягивать, потому что это очень надолго. Я нажму на паузу и вернусь к вам через секунду. Итак, я вернулся. Думаю, мой шифт на меня очень сильно обиделся. Но зато я сделал очень много дерева. У меня даже яблок больше стака, почти полтора. Так, это мы выгружаем. Это мы забираем. Лично также я убрал за это время старые фермы. И давайте приступим. Будем крафтить дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, есть. И у нас получается 6 стаков. Но я думаю, нам пока этого хватит. Я на это надеюсь, по крайней мере. Давайте приступим. Точнее, продолжим. Нет. Нам надо сделать еще кое-что. Нам надо сделать еще кое-что. Так, факел у нас есть. Факел у нас есть. Давайте я еще сделаю себе очень нужный инструмент, чтобы ускорить все это дело. Все время забываю, как он называется. Да я, в принципе, и не запоминал, если уж быть совсем честным. Так. Не так, вот так. Так он делается. Вант. Он называется вант. Diamond вант. Отлично.
И с помощью него, я думаю, мы сможем гораздо быстрее построить наш огромнейший сундук. Просто огромнейший. Так, это у нас второй уровень идет. Это третий, это четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Да, ненамного нам хватило. Я больше нам этого дерева не хватит, и мне придется еще делать, еще выращивать. Давайте спустим все, что у нас есть. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И у нас 6. Нет, не 6. 7. А, нет, все правильно. Да, 7. 7 с небольшим. Надеюсь, нам хватит хотя бы стенки доделать. Так, если я не ошибаюсь, мы сделали 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Да. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Так. Здесь мы закрываем. Просто представьте объем этого сундука. Итак, нам еще надо сделать раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Почему 11? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Да ну! Я неправильно сделал сундук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Не может такого быть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. О! Я неправильно сделал. 15-16, то есть мне надо вширь еще. Вот сюда вот. То есть 15-16. В общем, вот эту стенку надо теперь всю сносить.
Ох, ну как же не накосячить-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Я, кстати, помню, не все дерево забрал. Так. Идем еще за дерево. Надо, кстати, зарядить джетпак сейчас будет. Думаю, наверное, в следующей серии можно попробовать заняться созданием брони из Superium Essence, чтобы у нас был флай. Потому что джетпак это, конечно, хорошо. Но флай лучше. Идем еще за деревом. Делаем еще этих блоков. Да, осталось совсем немного. Осталось совсем немного. Раз, два. Пять с половиной стаков. Охренеть. Я полностью, конечно, не считал. Но это получается огромный сундук. И теперь закрываем. Надеюсь, нам этого хватит. Да, нам этого должно хватить. Так, отлично, это готово. Охренеть, ребята, просто представьте размер этого сундука. Это, если не ошибаюсь, 5 на 5. Раз, два, три, четыре, пять. Да, это 5 на 5. То есть тот в 3 раза больше. Даже больше, чем в 3 раза. Так, теперь нам нужно две вещи. Нам нужен чест коры и интерфейс. Здесь нужен железный слиток. Здесь нужен булыжник. Так, у нас все это есть.
Так, булыжник и железный слиток. Отлично. Готово. Наверное, сделаю сразу их 4 штуки на каждую сторону. Также сделал, наверное, 4 интерфейса. Отлично. Топор у нас есть. Есть. Фух, ребята. Это просто невероятно. Так, вот здесь вот давайте поставим интерфейс. Так вот две дырки делаем с каждой стороны, наверное. Или только с трех нет, сделаю с каждой на всякий случай. Интерфейс Core. Core интерфейс. Интерфейс Core. Надеюсь, можно несколько вот так сделать. Core интерфейс. Нет, нельзя. Наверное, можно только один Core поставить. И он готов. Огромный, просто невероятный сундук. Ну все. Мы готовы к переезду, ребят. Официально заявляю, что мы готовы к переезду. Так, я сейчас на секунду прервусь. Я вернулся. Я просто счастлив. Это огромнейший просто сундук. Это нереально здоровенный сундук. Таких огромных сундуков я не видел. Я видел моды на сундуки, но что... Так. Это нереально. Это просто нереально. Давайте еще, наверное, в этой серии я сделаю два эндер-честа, чтобы перегрузить весь лут. Так, для этого нам нужен будет обсидиан и блэзроды. Поэтому мне нужны ведра и блэзроды. Так, и то у меня есть. Так, вот ведра. Кольцом защиту огня тоже неплохая вещь. Так, давайте я, наверное, пропишу. Black Lotus. Нет, это не то. Вот они. Так. Бочка у нас есть, давайте посмотрим. Вот он, Ender Chest. Нам нужна шерсть. Так, надо две шерсти, два сундука,
2 эндерперла и 4 обсидиана. Так, надо 2 эндерперла. Они у меня есть вообще. Вроде были. Как раз 2. Так. Это на сундук. Так, ну все, нам нужен только обсидиан. 4 штуки. Поехали. Отсюда я могу лаву забрать? Нет, отсюда я лаву не могу забрать. Значит, раз. Нет. Раз, раз, раз и раз, и нифига не раз. Раз, два, три, четыре. Четыре не сработало, да? А, там нет просто. Четыре. Отлично. Так, здесь у нас вода набралась. Так. Три. Четыре. Вот выливаем. И две шерсти. Шерсть, точно, шерсть, шерсть, шерсть. Как она там у нас правильно называется-то? Вол. По-моему, была. Если я, конечно, не выкину. Оп. Отлично. Нам еще красители будут нужны. Не сделал 2 сундука. Хотя мне на 3 бы хватило, но сделаем 2. Так, и мне нужно 2 красителя. Причем одинаковых. Мне нужна пара одинаковых цветов. У меня есть желтый краситель. Отлично. Так, мне нужно также 2 ноды, 2 пайпа. Ставим ноду. Есть какой-нибудь блок? Вот так вот. Не на 2 блока. Так, желтая серединка. Пошло складироваться. Отлично. Надо еще в ноду, наверное, запихнуть стак апгрейд и спид апгрейд. Так. Так.
Отлично, работает. Теперь мы все перенесем из того сундука в этот. Давайте я еще, наверное, сделаю стак апгрейд. Две штуки. Посмотрим, что для этого надо. Апгрейд стак. Алмаз, пластинка и золото. Значит, мне надо два алмаза, они у меня есть. И золото. Тоже не беда. Совсем. Золото у меня вагон. Так, надо две их. Сюда бы еще спиды апгрейд, но я не так часто пользуюсь резонатором. Хотя, ну, сделаю, но не в этой серии, я думаю. Точно не в этой. И точно не в следующей. И вообще не знаю, стоит ли это делать. Отлично. Надеюсь, я все правильно сделал. Да, но потихоньку будет все это выгружать. Конечно, нужен бы еще спид апгрейд, но... И, кстати, третий я, наверное, подключу сюда. Чтобы он отсюда выгружал сразу туда. Ну, в общем, это будет в следующих сериях. А эту серию я заканчиваю. Мы сегодня в этой серии сделали огромнейший сундук. Самый большой сундук. Также мы сделали два эндер-честа. В принципе, проделали очень неплохую работу. Поэтому в этой серии я с вами прощаюсь. Жду вас в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем счастливо, пока!